Козел Евле – это полувековая история боли и унижений. В течение 50 лет его ломали, сжигали, сбивали грузовиком. На него покушалась банда переодетых Санта-Клаусов. Власти города пропитывали его огнеупорным составом. Ставили двухметровый забор. Ничего не помогало. Он как магнит притягивал к себе социопатов и вандалов. Это превратилось в настоящую неофициальную народную забаву. Жизнь козла постоянно подвергалась опасности. Любой другой на его месте бы уже давно бы посидел или уволился. Но не наш. Наш по-прежнему бодр, весел и сегодня празднует свое 50-летие. По этому поводу мы и едем к нему. Рождественский козел Евле имеет высоту 13 метров, длину 7 и практически 3 тонны весом. Выполнен он из соломы, как и его внучек, который путешествует вместе с нами. Привет! Мы сейчас буквально в 10 километрах от Евле и скоро будем там, чтобы встретиться с дедушкой. Да? А-а-а. Темнеет тут моментально, поэтому немедля в путь. Техника безопасности. А-а-а. Ну что, а ты, братец, на переднее сиденье? Да. Пристегнулся. А пока мы едем, стряхнем пыль с историей козлов. История рождественского козла в Евле напрямую и тесно связана с древней историей и мифологией Скандинавии, если не сказать, что с мировой. Немногие знают, что рождественский козел на самом деле скандинавский Дед Мороз. Он же Санта-Клаус, он же Йолупуки, он же Юлибук. Вернее, это прадед нынешнего Санта-Клауса. Тире святого Николая, которого христианская церковь в некоторой степени аккуратно подсунула обращенным народам вместо старого языческого образа козла. Но древние викинги знали его под другим именем и в другом образе. Йолупуки в переводе с финского значит «йольский козел» по названию праздника Йоль, праздник зимнего солнцеворота, который позже, с приходом христианства, переиначили в Рождество. Еще до начала 19 века Санта-Клаус был не добрый дедушка с мешком подарков для послушных детей, а довольно мерзкое и злобное рогатое существо с совершенно обратными функциями, представляющее из себя человека-козла, но не в условном, а в самом прямом смысле. Позже, к концу 19 века, он подобрел и даже заметно изменился внешне. Обзавелся благодушным личиком, розовыми щечками и респектабельным брюшком. От былой славы нам осталось только то самое соломенное чучело козла в Евле. И, возможно, о нем бы помнили еще меньше, если бы не эта хулиганская традиция сжигать чучело на праздник. Козел в Евле каждый год восстает заново, после очередного удачного на него покушения. На протяжении всей своей жизни, как его древние предки, запряженные в повозку скандинавского бога Тора. Если в древней мифологии из пепла восстает птица Феникс, то в скандинавской мифологии его место занимали два козла, везущих повозку Тора. Звать их Тангниостр, скрежещущий зубами, и Тангриснир, скрипящий зубами. Согласно древним сагам, оголодавший после очередных подвигов Тор убивал, жарил и съедал вечером своих козлов, оставляя только кости, чтобы к утру на них заново наросли мясо и шерсть, после того, как он, Тор, взмахивал и ударял своим знаменитым волшебным молотом. Молот Тора, помимо других чудодейственных функций, умел еще и оживлять животных.
И вот таким образом на воскресших рогатых парнокопытных можно было продолжить путь дальше. Козлы служили Тору и транспортным средством в две козлиные силы и неиссякаемым запасом провизии одновременно. При условии правильной эксплуатации, конечно, которой придерживались не все и не всегда. Однажды в земле людей, Мидгарде, Тор нанял слуг Тьяльви и Рёскву, брата и сестру. Ну как нанял? Взял в рабство. Случилось это так. Во время обеда в крестьянском доме сын хозяина Тьяльви ослушался Тора и, добираясь до костного мозга, разгрыз одну из костей. Наутро Тор привычно волшебным молотом вернул козлов к жизни и заметил, что один из них начал хромать. Так как у бедняги-крестьянина не оказалось страхового полиса ОСАГО, чтобы компенсировать повреждения транспортного средства, Тьяльви и Рёсква навечно стали слугами Тора в качестве сатисфакции от инцидента, пока последний не двинул свои божественные ноги, утонув в яде змея Йормунганда, рожденного его братом Локи. Что случилось после с козлами Тора, история умалчивает. Свою историю имеет знаменитый жест рокеров и металлистов – коза. Впервые он появился на обложке группы Coen альбома Witchcraft Destroy Minds and Rip Soul 1969 года, где участники группы Coen изображают некую черную мессу. Однако в массовый обиход этот жест вели не они, а певец Ронни Джеймс Дио, при этом совсем по другим соусам. В 1979 году Дио покинул Rainbow и ушел в Black Sabbath, чтобы заменить ушедшего Оззи Осборна. Фирменным жестом Оззи на концертах был знак Victory, до этого широко распиаренный Черчиллем. Дио, с одной стороны, хотел продолжить традицию, но с другой не хотел полностью подражать предыдущему вокалисту. Тут-то он и вспомнил о жесте, который часто использовала его бабушка-итальянка. В детстве Дио заметил, как она складывала козу при виде цыган. На расспросы бабушка отвечала, что таким образом защищает себя от сглаза. Упоминание об этом жесте есть и у Брэма Стокера в «Дракуле». В толпе у дверей гостиницы все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из своих спутников объяснения, что все это значит. Он сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза. И действительно, в старые времена эта комбинация из пальцев была своеобразным оберегом от нечистой силы, при этом у самых разных народов. Козу делал даже Будда. Этот жест можно увидеть даже в христианской иконографии. Однако здесь он выступает не оберегом, а говорящим знаком, мол, я несу вам благую весть. Считают, что христиане почерпнули его из эллинской ораторской традиции, где коза символизировала наставление. Дио говорит, вряд ли я первый человек, который сложил так пальцы, это все равно, что изобрести колесо. Но, наверное, можно сказать, что я его ввел в моду. В нем нет ничего дьявольского, как некоторые говорят. Теперь его используют все подряд, и он как будто потерял свое первоначальное значение. Ну и самое время вернуться к нашим козлам. Так вот, Йеллопуки.
В древнеязыческой культуре Скандинавии йелупуки, в переводе с финского «ёльский козел», был довольно крупным монстром с большими рогами, который приходил к непослушным детишкам для совершения наказания за плохое поведение. Причем в методах эта тварь совершенно не стеснялась, могла запросто засунуть провинившегося ребенка в мешок и утащить в свою пещеру, где приправив лесными специями, сварить в котле и обеспечить себе вкусный ужин. Занятно, что эта сволочь еще и была жената, причем женушка ему была под стать. Легенды гласят, что при ее приближении затухал огонь и замерзала вода. Такая себе готическая снегурочка. Звали ее Муори, что многие языковеды по созвучию переводят как Муэрте, Морте, Морт – смерть. Суровая семейная парочка. Образ Юлупуки тех времен также перекликается с древнегерманским Крампусом, который орудовал в районе Альпийских гор. Но если скандинавский козел имел хотя бы внешне какие-то человеческие черты, то германский Крампус был натуральным классическим чертом, как его изображают христианство, прямоходящим черным козлом. Собственно, все указывает на то, что он действительно был заимствован христианами в качестве образа дьявола и чертей. Из человеческих черт у Крампуса оставалось только лицо. Все тело, в отличие от скандинавского козла, было покрыто нормальной густой козлиной шерстью черного цвета. Вместо мешка он засовывал детей в плетеный короб. Непослушным детям грозили железные кандалы и березовые розги. Крампус переводится с древнегерманского как крампе – коготь. И нередко его изображали еще и с длинными когтями на руках, а ноги у него были классическими козлиными. И еще не характерный для козлов длинный хвост, больше похожий на коровий. Территория влияния Крампуса простиралась по Европе в районе Альп, охватывая германскую Баварию, Австрию, Швейцарию, часть Северной Италии, Тироль, граничащие области Чехии, Словении и Венгрии. Именно образ Крампуса со временем был взят христианством для изображения сатаны и чертей. Но образ сатаны был выбран значительно позже. Сначала он появился в образе демона Бафомета, которого изобразил на карте Таро оккультист Элифас О'Леви в 19 веке. Карта обозначала образ дьявола. Рисунок был обильно насыщен символами. Бафомет О'Леви имел козлиную голову с пентаграммой во лбу и факелом на макушке, человеческий торс с женской грудью и жезлом Меркурия в районе паха, а также крылья и копыта. Предплечья демона украшали слова «Солу» – «распадаться» и «Коагула» – «сгущаться». Явная отсылка к премудростям алхимии. Созданный образ Бафомета Леви назвал козлом Мендеса, так как считалось, что в городе Мендесе существовал культ совокупления женщин с крещенным козлом. Примерно тогда же, в 1931 году, Освальд Вирт нарисовал известную во всем мире пентаграмму дьявола. Звезду в круге со вписанной в нее мордой козла. Этот символ впоследствии стал своеобразным гербом церкви сатаны. Но забавной деталью является то, что с приходом христианства и до перевода Крампуса в разряд исчадий ада, он поступил на службу христианской церкви, сопровождая святого Николая в его рождественских рейдах. И если святой Николай дарил хорошим детям подарки, то Крампусу оставили его изначальную профессиональную специализацию – параллельно наказывать плохих детей. Классическая система «добрый и плохой полицейский». Пока добрый Николай опустошает мешок с подарками для хороших, Крампус заковывает плохих в кандалы, порит розгами, сажает в короб и уносит, как йелупуки, в свою пещеру. Чтобы, по одной из версий, также приготовить себе из них ужин, а по второй версии сбросить их в воду. Традиция наряжаться козлом Крампусом и чудить в карнавальных шествиях до сих пор часто встречается в тех краях. Но не только в Альпийском регионе. В славянской культуре образ козла также часто встречается еще с языческих времен. В Украине издревле на Рождество люди рядились в разные маски и шкуры животных, ходя по селам и требуя угощений. Одна из групп обязательно наряжалась козлами, натягивая шкуры и рогатые маски. Козел символизировал также урожай и, как следствие, достаток. Многие, возможно, даже помнят эти ряженые процессии с колядками и песнями. Аналогичные традиции есть и в Беларуси, где завивают бороду козлоподобному духу жита – пшеницы. В Финляндии йелупуки подносили угощение с шаньгой и вареньем из морожки. В Норвегии и Швеции местному козлу йелебуку дети складывали в свои башмачки колоски овса. К концу 19 века злобный человек-козел йелупуки уже успел трансформироваться в обычного козла и стал безобидным спутником местного гнома йелебука в Норвегии и Швеции. И теперь животное просто сопровождало доброго гнома, разнося вместе с ним подарки.
А в Финляндии, к середине 19 века, козел перестал жрать и наказывать детей, сменил имидж и стал просто ходить по домам и проверять, все ли готово к празднествам. А вскоре его постигла та же судьба, что и норвежского. Он превратился в обычного козла, помощника доброго гнома. Но финский гном заметно подрос и приобрел все признаки современного Санты. Он по-прежнему называется Йолупуки и отличается от Санты в основном тем, что, разнося подарки, стучится в дверь, а сами подарки ему помогают готовить гномы. Еще у него другое место жительства. В отличие от Санты, проживающего на Северном полюсе, Йолупуки живет в заполярной финской Лапландии, на горе Корвантунтури. И еще он женат. Все на той же Муори, которая так добрела с древних времен и бросила свое мрачное колдовство. Практически стемнело. Чего говоришь? Я тут с GPS общаюсь. Потому что сами мы не местные. Вот мы и приехали в Йевле. Да, козел? Привет, козел! Но это не тот козел. Это какой-то маленький. Так, мы добрались до козла. Вернее, до того, что от него осталось. Его опять сожгли. Нет, только не это, нет! Его опять сожгли. Но угадайте что? Всегда есть план Б. Эту скульптуру делают школьники каждый год. Она меньше оригинала, но зато целая. Будем считать, что наш козлик побывал на похоронах у дедушки, которого сожгли по традициям викингов, и увидел своего братика. Местные сказали, что с момента открытия в этом году козел прожил всего 2 часа. Мои соболезнования, дружище.